идет на полном ходу, но в неверном направлении. Что делать? Выйти на рельсы и сказать, стой, вас чуть-чуть сметет сразу же. Это же поезд. Перейдете стрелку в нужное направление. Вот он идет постепенно, постепенно, на том же ходу будет разворачиваться. Вот так это пойдет. Тут нужно терпение. Постепенно. Медленно, но верно это будет происходить. Вы увидите очень много удивительных вещей, перемен в своей жизни, когда будет меняться именно уровень сознания. Сейчас нужно петь, танцевать. Тоже время неплохо будет провести, правда? И вы увидите, чудеса начнут происходить, да? У нас энергии будут появляться новые, видение новое. Добавится энергия разума, другие представления жизни придут, более высокие. Вы сами все сделаете в своей жизни. Не так уж и трудно, как кажется. Уважаемый Александр Геннадьевич, если вы лично вдруг заболеете, то как вы лечитесь? Я не лечусь. Меня лечат. Как-то замечают, это лечат. Ну, я очень много болел до практики духовной. Болел постоянно. То есть мать, она пережила со мной просто адские годы. Столько несчастья принес своей матери болезни. Всеми болезнями детскими, что возможно, три воспаления легких подряд, там вот все это, знаете. Я даже не помню. Она мне рассказывала, как это было. И что родился недоношенным. Меня донашивали в духовке. Вату вот так вот завернуты, в духовку там на какие-то градусы поставить, чтобы температуру в теле поддерживать. И нас забывали меня там надолго. Мне рассказывали, что бабушка, что мать рассказывала. Когда мать рассказывает, плакать начинает. Она уже считала, что уже шили мне эти одежды на похороны. То есть я очень болезненный рос в детстве, и все детство у меня было много физических как бы, проблем, огромное количество. Она все вздыхала, думала, как же он будет жить вообще, тело никакое, ну, неизвестно. И как только я отказался от мяса, вот с этого момента началось совершенно все по-другому. Вот ключевой момент. Ну, конечно же, интоксикация сразу все выбросила в своей жизни, от мяса отказался. И стал повторять священные тексты, то есть медитацией заниматься, молитвенная практика. Я это принял как ученый.